to opening of our language programs. I didn't introduce myself. My name is Rasta Cherny. I'm head of the Office of International Relations and I'm coordinator of programs taught in English at our faculty, and also I'm in charge of these language programs. So if you have some problems, you can also come to my office and to talk about it. Concerning our program, as I said, we have a special guest from the Ukrainian embassy, and she's very busy, so we will give her a floor first. So, Mrs. Horupovic, the floor is yours. Доброго дня всім. Я розпочну українською мовою. Шановний пане Черні, шановні викладачі, професори, студенти, від імені посольства України я хочу привітати всіх з початком нового навчального року. Я хочу побажати всім, аби цей навчальний рік був успішним для вас, аби ви знайшли багато нових друзів, аби зустріли гарних викладачів. Студентам хочу побажати, аби ви були відкриті до навчання. Викладачам, професорам бажаю талановитих студентів, відкритих до нових знань. Хочу звернутися до студентів з України. Пам'ятайте, що тут в разі є посольство, яке завжди готове допомогти вам у разі потреби і завжди відкрите для спілкування. Користуючись цією нагодою, я хочу запросити українських студентів до посольства для знайомства, а також запрошую до участі в акціях, які проводить посольство. Бажаю всім міцного здоров'я, успіхів і успішного навчального року. Dear professors, lecturers and students, on behalf of the Embassy of Ukraine in the Czech Republic, I am glad to extend my warmest wishes on the beginning of the new academic year. Let it be interesting and unusual for you. Let it bring new knowledge and discoveries. To the students, I would like to wish creative and responsible approach to the education. Interesting and inspiring professors and lecturers. To the professors and lecturers, I would like to wish smart, intelligent, and open for the new knowledge students. I wish you all good health, success, and happy academic year. Thank you. Thank you very much. We usually have a guest from embassies of our students. We have a representative from Russia, from Uzbekistan, Kazakhstan in the past, so also the students of other countries remember that you have embassies in Prague, and if you are in need, you will go there to ask them for assistance and help. Second, who will get the floor will be Mr. Yevgeny Kolesnik. So, уважаемые студенты, если можно, я буду сидеть. Можно? Ребят, я буду более неформальный, буду говорить на русском языке, потому что, ну, я так понимаю, это будет более комфортно для всех. В первую очередь, хочу поздравить вас всех, что вы добрались. Вы, в первую очередь, вы молодцы, потому что вы прошли этот тернистый путь получения виз, собеседование в посольстве. Может, кто-то проходил два раза собеседование, может, кто-то ездил на отдельное дополнительное собеседование. В общем, вы молодцы, вы добрались, но это только начало, потому что дальше будет жесть в прямом смысле слова, потому что, как бы, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, конечно, это будет огромная ответственность, жесть в смысле того, что на вас сейчас навалится огромное количество ваших новых обязанностей, которые раньше справлялись, там, может быть, ваши родители. Потому что сейчас вы сами, вы приехали в новую страну с новым языком, у вас нет ваших старых друзей, у вас 100% в ближайшее время появятся новые друзья.
они, поверьте, будут не хуже, только лучше ваших прежних друзей. Но это мы знаем по нашему опыту, потому что для нас это уже, говоря, юбилейный 10-й год, когда мы открываем эти курсы, и у нас даже есть, сейчас уже так, мы когда все встречаемся, улыбаемся, потому что каждый год, это как Новый год, буквально мы всем говорим, ребята, всем привет, и буквально вы даже не успеете оглянуться, как мы будем с вами, ну, не прощаться, но, по крайней мере, будем торжественной церемонии, всем говорить, ребят, спасибо большое, но вы молодцы, вы все поступили, и удачи вам дальше в вашей взрослой жизни. Поэтому, ребят, поверьте, этот год будет просто сумасшедший в плане насыщенности, в плане каких-то там новых как бы движений, информации, всего, потому что у вас появляется сейчас огромный широчайший круг знакомств, пожалуйста, вы его там старайтесь как можно больше как бы расширять. Самое главное, старайтесь сразу начинать праздновать то, что вы попали в Чехию, потому что, поверьте, я понимаю, что родителей нету как бы как такового контроля, такого жесточайшего уже как бы тоже нет, но, поверьте, мы будем за вами тоже очень пристально наблюдать. И хочу напомнить, что ваша главная цель, что вы сюда в принципе приехали, это естественно образование, поэтому как бы минимальное количество процентов этой посещаемости должно быть 80%. И поверьте, тут, например, в понедельник приходил консул Казахстана, и он прямо в такой очень жесткой форме объяснил студентам, что действительно, если вы не будете учиться, не будете посещать, то у вас просто шансов нет здесь остаться, потому что обычно от университета приходит письмо, что у вас есть условия. Первое, что вы идете как на исключение, через месяц приходит второе письмо, что вы просто отчислены, и все, вы просто едете домой. Поэтому вы ничего не сделаете, можно здесь, там, поверьте, у вас тут будут псевдо ваши друзья, которые будут вам советовать, да нормально, не парься, сейчас какие-то справки возьмем, порешаем, пойдем там, в посольство или в консульство, или пойдем там, в иностранную полицию, все это сделаем, продлим, не продлите, ребят. К сожалению, как бы, или как бы к радости, но в Чехии такого не работает. Поэтому, если вы хотите учиться, вы сюда приехали учиться, огромная просьба, начинайте учиться с самого начала, не расслабляйтесь, потому что вы честно, вы не успеете оглянуться, год уже закончится, и все. И вы поймете в марте, в апреле, что вы там не успеваете к экзаменам, вы должны там нервничать и все остальное. Поэтому, ребят, начинайте учиться с самого начала. Естественно, год будет веселый, мы там со стороны МСН, со стороны всех наших кураторов, естественно, поможем вам, естественно, вам подскажем. Обязательно смотрите на нашем сайте, там будет все время обновляться информация, какая следующая встреча, куда мы идем, где мы будем, что мы будем, как продлеваться, какие документы на сертификацию. Ребята, огромная просьба, уважайте ваших кураторов. Ваши кураторы – это ваши как бы, такие первые близкие друзья, которые вам будут, естественно, помогать, но тоже как бы, учитывайте их какую-то там личную дистанцию, потому что ну, там, 12 часов ночи звоните и говорите там, ну, есть такой хороший пример, там, блинчики подгорели, где купить масло или там, где купить салфетки. Ну, как бы, все понятно, но просьба, конечно, все-таки, как бы, немножко уважать ваших кураторов. И огромная просьба все-таки, как бы, не расслабляться, потому что мы очень хотели, чтобы в том же самом составе встретиться с вами, там, через 10 месяцев. И всем вам пожелать удачи и поздравить вас с тем, что вы поступили. Поэтому, ребят, спасибо вам еще раз огромное, и я надеюсь, что все будет просто супер замечательно. Спасибо вам. Thank you very much. Now I will ask my colleague Daniel for a short presentation of our university and faculty. Good morning, everyone. As Dr. Cherny mentioned, my task is to briefly introduce the institution which is going to be your host within next academic year. And as you have noticed, we are located in the lovely city of Prague, one of the most visited capitals in Europe. And the main important advantage of our university is that everything is located in one campus. That's compared to the other universities, public universities, which are located in Prague, here on one place. We do have classes, we do have accommodation, we do have sport facilities and entertainment as well. So we are very happy about that, and we love our campus a lot. Our university is quite huge, consists of several faculties, but the leading role belongs to our faculty, to the Faculty of Economics and Management, which is organizing these language courses you are participating in. And some few facts, I'm sorry this screen is too high for me, I'm sure, but this faculty has currently 9,000 students. And what is important to highlight is that more than 1,000 students
studying in English language. So that doesn't mean that they study in the English language, but they have everything in English language. Classes, projects, thesis and stuff like that. What do we want to offer to you? We offer plenty of study programs offered in English language on a bachelor level and master level as well. You can see that economics and management is the oldest one, and now business administration and IT, computers, and the same is offered on master's level as well. So in the next year, when you finish your language course and you will be deciding at which university you would like to continue to study in the Czech Republic, we have a wide range of study programs, and those are available for you. At the end, Dr. Barešo and Dr. Černý will be ready to tell you all the necessary information regarding the application, stuff like that. And during the year, Dr. Barešo, I think, will be passing this information to you as well. The education at our university is organized according to the Bologna process for 3 years, bachelor's, 2 year master's, and 3+ PhD. So this is a common structure within the European Union. What does it mean to study in English language at our faculty? First of all, it doesn't mean just that you are together with the international students, and that what we always do, that degree students, long life learning students, Erasmus students, we put all the students together in the classes to do or create an international environment, but we invite as well foreign lecturers. That is very important for us. You have even noticed that here among the language teachers are 2 teachers from the United States, but as well for our bachelor and master courses, we invite plenty of teachers from abroad, from States, from France, from Germany. So this creates again very international environment in our classes. We offer individual approach to every student. When you are studying in the Czech language, you have your own study officer, which is in charge in about 1,000 students, but in English language courses, we have an administrator, which is next to the study officer, it's his or her role, and the person is ready for you or available daily to help you in anything you need regarding the education, but any other things as well, like visa processes and prolongations and stuff like that. So that is the advantage compared to the Czech courses, that you have one more person who is in charge of all your stuff and is daily available to you. We try to create a friendly atmosphere. Believe it or not, we were students at the time as well. So we understand that the key is for you to be happy in your classes and to be happy with your education. So the friendly atmosphere is one of the key factors which we try to create in our English study programs. Later on, my colleagues will explain to you as well that it is possible to get into our courses even without the admission examination and so-called nostrification. This is just a technical note, and later on Dr. Černý and Dr. Barešová will offer to you this possibility as well. And what we think with Dr. Černý and my colleagues, that to study in English language is a competitive advantage for you. You are studying Czech language, and partly English language, Czech language is very important for you if you would like to stay a longer period in the Czech Republic. But now in the labor market, in the Prague, there is many students leaving this institution every year, and they are studying in Czech language. But those students who are studying in English language, in our eyes, are way more prepared to work in the international companies, do some international business and stuff like that, and living in the Czech Republic. And within next academic year, you will learn your Czech language well, I believe. So to join our English study programs is a huge competitive advantage in the labor market when you are leaving the university and you would like to start your future career. Something for the future, our university is well established within the study abroad programs. The main important one is Erasmus program. Hundreds of students every year can go to study with the financial support of European Union to one of our partner universities. We are having universities among entire European Union, so you can study in Germany, in Spain, in France, in Ireland, still in United Kingdom until Brexit probably. So there is plenty of opportunities for you to study abroad,
And if you don't want to study in the European Union, we are having exchange agreements with United States, Asia, South Africa, and stuff like that. But this can be open for you when you become our degree students in the future. This is something what we call advanced internationalization, the double degree programs. This is a highlight of our international agenda, and that means that even already on the bachelor level or on the master level, you can do double diploma. That means that you partly you study in the Czech Republic and partly you study in one of our foreign partners, and at the end you got two bachelor's or master's diploma. And this is now very one of the most important parts and one most of the important fields for us, and we hope that some of you in the future will join our double degree programs as well. And during May, June and July you will get the chance to meet plenty of summer school students. Our international office and Dr. Černý, director of it, is organizing plenty of summer schools. There are coming more than 100 American students for the summer schools and students from Portugal as well. And we are as well sending students for summer schools. We send students to the United States. Mr. Grady was in charge of it. We are sending students to China and other Asian countries. So to do or participate in any international activity, there is a wide offer at our faculty for our students. This is a map of our international partners, and just at the end, of course, you are young, you are interested in sports, so in the campus there is a quite nice sport facility, swimming pool, gym, soccer fields and stuff like that. So, and if you become our degree student, so within the first year of the bachelor degree, you are supposed to do sports in first and second semester, so this will be available for you. And of course we do have university sport teams. The most successful is the ice hockey team, which won the university battle several years ago, even though we don't have a sport faculty and stuff like that. So we were very happy about that. And this is it. You got a very busy agenda, so I will give the microphone back to Dr. Černý. And if you got any questions related to your future studies at this institution, Dr. Černý and Dr. Barešová will be available for you. Thank you, Daniel. Maybe I will just add that if you decide after this one preparatory year to study in the Czech language, it is still for free, no tuition fees. If you choose to study in the English language, you will have to pay a tuition fees. And just to add to those summer schools, just now we have one group of our students in Nepal. They will return next week, so it's a range of activities you can take place if you later on become a regular student of our university. Now on agenda we have presentations of students who already have done what you are now starting. They have studied here the preparatory course, and they are students of regular courses. So do we have these students here? Yes, please, guys, do come. Ребята, всем привет. Меня зовут Андрей. Я тоже проходил курс английского, правда, пару лет назад. Это был 14-15 год. Что я вам хочу сказать? Во-первых, не забывайте, зачем вы сюда приехали. Да, я понимаю, что новая страна, свобода, да, нет контроля от родителей и так далее, что можно гулять и все такое, но не забывайте, что вы приехали сюда поступить в вузы, не забывайте, что вы приехали сюда учить язык. И я хочу вам посоветовать, чтобы вы на самом деле научились распоряжаться своим временем, потому что вам это понадобится в следующие несколько месяцев, да, потому что будут и вступительные экзамены, и нострификация вашего диплома о среднем образовании, вашего аттестата, да, и также нужно находить время, чтобы для себя, да, свободное время отдохнуть, погулять с друзьями, поэтому это одно из самых главных. Также не забывайте про ваших кураторов, вы всегда можете на них положиться, да, если у вас есть какие-то вопросы там, с поступлением, да, если что-то не знаете, то можете всегда у них посоветоваться, и, конечно, не забывайте про ваших учителей. Если что-то непонятно, если есть какие-то вопросы, если немного отстаете от группы, то всегда к ним обращайтесь.
они вам могут дать какие-то дополнительные задания и помочь, да, объяснить какую-то тему, которую вы не понимаете. И я желаю вам успехов, прежде всего, и чтобы все удачно поступили. И удачи в этом году. Добрый день, ребята. Я думаю, со всеми из вас мы уже встречались. Вот. Я хочу еще раз сказать вам добро пожаловать в Прагу, добро пожаловать на курсы чешского и английского языка. Я сам был в свое время студентом годового курса английского языка под чутким руководством Эдмунда Грейди, прекрасного человека и замечательного педагога. Действительно, все, что сказал Андрей, оно имеет место быть. Действительно, ребята, единственное, что я вас прошу, это учитесь, ходите на занятия и, пожалуйста, слушайте то, что вам говорят кураторы, потому что информация, которую вы получаете от кураторов, она очень важна. Вот. И я вам хочу пожелать в этом году терпения, я вам хочу пожелать удачи, радости и всех самых хороших благ и впечатлений. Да, тут мне рассказали, куда я поступил. Вот. После того, как я закончил наши курсы, вот, я поступил в высшую школу экономики, и также одновременно с этим я учился в этом университете. То есть поэтому, ребята, я вам скажу, что поступить это легко, в сущности. Гораздо тяжелее учиться дальше. Поэтому, ребята, не расслабляйтесь, поэтому, ребята, учитесь. Кроме того, мой коллега Андрей в свое время он тоже поступил в высшую школу экономики. Кроме того, он нам очень помог в подготовке к нашему поступлению непосредственно наш преподаватель Эдмунд Грейди. Вот. Еще раз ему спасибо большое. То есть, если у вас будет необходимость какая-то, если вам необходима будет помощь к каким-то языковым вопросам, к каким-то экзаменам, не стесняйтесь спрашивать ваших преподавателей об этом.